И вот эта вот пища, которая идет, она же очень долго идет. Это нам говорят, что там, ой, например, там фрукты перевариваются столько, мясо переваривается столько. А вы попробуйте побыть на сухих, ну, не знаю, там, ну, какой-то, даже не на сухих, а просто там на водном лечебном голодании, да, не знаю, недели две. И попробуйте съесть, например, виноградину. И вы будете эту виноградину, которая будет в вас идти, вы ее будете чувствовать, ну, дня два. Виноградина, которую нам говорят, что переваривается за полчаса. И вот этот вот процесс, когда вы постоянно в себя, почему вы в себя впихиваете? Да потому что вы чувствуете себя за счет еды живым. Это самое простое. Ты не можешь все время вызывать в себе какие-то бурю страстей, любовь, ненависть, предательство, какое-то благое чувствование, там еще что-то. И всякое вот это бла-бла-бла, ты этим подпитываешь себя периодически, когда ты привыкаешь к боли пищеварения, так скажем. Вот. И когда ты привыкаешь к этой боли пищеварения, ты себя так еще, а вот это вот, еще вот здесь вот я себя кольну, еще вот этим вот я себя кольну. А по факту ты все время делаешь то, чтобы чувствовать, что твое тело живое. Потому что тебе нужно чувствовать свое тело живым, потому что ты себя не можешь отделить от тела. И когда ты слышишь, знаешь, чувствуешь, что твое тело живое, тебе кажется, что живешь и ты.